Привет, друзья! Вы на канале Сибирский Пилигрим. Сегодня выехал повторно отстрелять патроны, снаряженные порохом Ирбис для 28 калибра. Прошлые результаты пулей меня в принципе удовлетворили, а вот крупной дробью мне не понравилось. Вот опять подготовил мишень 80-800 на 800 миллиметров. Два концентрических круга 10-20. Сейчас отмерю расстояние механическим способом 35 метров и попробую пулю и попробую дробь 4.0. Пробуем. Ну что, стреляем сначала пулей. Расстояние 35 метров. Делаю сразу два выстрела. Опять забыл про второй спусковой крючок. Ну и идем смотреть. Вот так вот. А результат непонятный. Ударило ниже. Ударила ниже. Одна, второй вообще не вижу. Ладно, пробуем еще раз. Вторая попытка. Целью также расстояние 35 метров. Прицеливаюсь по центру мишени. Ну, вот это совершенно другой результат. Значит, на этом я и остановлюсь. Первый, скорее всего, дернул. Ну, а это пришло очень хорошо. Между ними прям буквально 2 сантиметра. Ну, и теперь попробуем стрельнуть 4.0. Ну что, у меня 3 варианта снаряженных патронов. Я потом при разборе все расскажу. Ну а сейчас пробуем. Так, первый вариант. Ну, сейчас отмечу, покажу, но не впечатлил. Ну, в круг 20 сантиметров попало всего 2, а общий результат 15. Это первый вариант. Пробуем второй. Идем смотреть. Ну, примерно то же самое. Примерно то же самое. Вот вижу два попадания в круг. Ну, сейчас посчитаю. Так, ну, второй вариант 11. 11. 11. Так, ну, пробуем третий. 35 метров. Третий вариант снаряжения патронов. Идем смотреть. Так, ну вот это, пожалуй, будет самый лучший вариант. Самый трудозатратный, но и самый лучший из всех. Вот в центр попало 1, 2, 3, 4, 5.
5 попаданий. Это уже очень хорошо. Я потом посчитаю процентное отношение и скажу. Ну, все, сейчас отмечу. Так, ну это самый лучший вариант. Поехали. Обозначил я треугольниками. 1, 2, 3, 4, 5. Это 5 дробин уложилось в круг 20 сантиметров. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Значит, третий вариант у нас. Попаданий. Ну все, сейчас подводим итоги. Ну что, продолжаем уже дома. На улице у нас, как обычно, раздулся ветер, пошел дождь, поэтому разбор полетов проведем под крышей. Значит, первое, я отстреливал пулевые патроны. Результат меня очень впечатлил. Значит, первые два выстрела я сорвал. Вот одна пуля, вторая улетела, сбила крепление. Значит, теми же патронами, повторно, уже более тщательно прицелившись, вот, два попадания. Значит, круг 10 сантиметров. Два попадания практически по центру. Расстояние 35 метров. Ну, между ними где-то 2-3 сантиметра. Далее я отстрелял дробь 4.03 различных варианта. И про дробь поговорим чуть позже. И уже собравшись уезжать, все-таки решил стрельнуть на 50 метров. Ну, вот результат. Я более чем доволен. Вот одно попадание, вот второе. Просматривая камеру, оказалось, что я не включил сам момент стрельбы, но, в принципе, ничего страшного. Результат вот налицо. Значит, вот это вот 35 метров, где-то 2-3 сантиметра. И вот 2 на 50 метров, тоже чуть левее, но по центру, где-то 5-6 сантиметров между ними. Результат очень хороший, никогда у меня не было с пуль таких результатов с 28 калибра. С 12 пулей полева были у меня хорошие результаты, а вот 28 калибр — это вот первые пули, которые дали такой результат. Ну и, соответственно, пули плюс снаряжение, о котором я расскажу чуть позже. Ну и далее отстрелял три варианта патронов, снаряженных дробью 4.0. Первый — это вот отмечено точками. Не стал я каждый раз менять мишень. Тут как бы все наглядно. Да и будет видно после каждого выстрела, я покажу результаты. Значит, первый выстрел, первое снаряжение дало 50%. Второй вариант снаряжения дал, то есть первый, 15 дробин, но по центру попало 1, 2. Круг 20 сантиметров. Ну, я считаю, это ни о чем. Второе снаряжение — еще худший результат. 11 попаданий, в патроне 30 дробин. 11 – это 37%. 37%. Вот крестиком отмечены. Тоже 2 попадания в круг 20 сантиметров. И третий вариант снаряжения. 17 попаданий, что дало 57%. Вот это отмечено крестами. И, ой, прошу прощения, это отмечено треугольниками. Крестами — это предыдущие 37
процентов. Вот треугольниками раз, два, три, четыре, пять. То есть круг 20 сантиметров, прилетело 5 дробин. Ну, это более-менее. Ну и, соответственно, вот остальные как бы дали вот такую тосыпь. Повторюсь, 57%. Но буду еще экспериментировать, как бы хотел результат улучшить. Ну а теперь сейчас расскажу о вариантах, удачных вариантах снаряжения патронов. Ну что, давайте подведем итоги. О всех вариантах снаряжения патронов я не буду рассказывать. Расскажу только о тех, которые дали результат. Результат вы сами видели. 35 метров разброс 2 сантиметра, 50 метров 5 сантиметров. Ну, прям как нарезное оружие. Итак. Значит, гильза латунная. Порох Ирбис 0,7 грамма. Перед этим я отстреливал 0,9, 1 грамм. Это избыточный вес для калибра 28. Нужно 0,7-0,8 грамма Ирбиса. Но это сугубо мое мнение, никому не рекомендую. Каждый подбирает для себя навеску сам. Значит так, порох Ирбис 0,7 грамма. Несколько прокладок общей толщиной 3 мм. На 2 трети разрезанный войлочный пыш. Картонная прокладка. Контейнер. Пуля Люман. Входит в контейнер она легко. И чтобы не выпадало, хвостовик я обматывал мягкой бумагой. Она входит плотно, вставляется. Контейнер в гильзу входит тоже очень плотно. То есть можно в патронтаж и вниз, и вверх капсулем вставлять. Пуля не выпадет. Результат вы видели. Теперь о четырех нулях. Крупную дробь всегда сложно отстрелять, пристрелять, особенно с малых калибров. В общем, у меня было три варианта. Первый вариант, значит, 0,7 Ирбиса, толстая прокладка. Ну, все то же самое, что на пулю. Разрезанный на 2 трети войлочный пыш, картонная прокладка и просто насыпанная дробь весом 23 грамма. Так, сейчас я уточню. Да, 23 грамма. 30 штук. 30-31 штука входит. Пересыпано крахмалом. И закрыто тонкой прокладкой. Я ее еще надрезал, чтобы ослабить. И залито раствором воска с парафином. Второй вариант. Ну, вот этот вариант дал 50% кучности. Два попадания в центральный круг 20 сантиметров. То есть результат не ахти какой. Второй еще хуже, даже не буду я рассказывать. Хотя как бы тоже дробь была засыпана вот в этот контейнер, в который вставлял пулю. Но почему-то вот такой вот результат. Не знаю почему. То ли дробь в этом контейнере не согласовалась с чоком. Стреляла, кстати, с нижнего ствола. Получок 0,4. Дульное сужение 0,4. Так, ну и третий вариант, который дал наиболее лучший результат. Там прилетело 17 дробин, 5 из них попало в круг диаметром 20 сантиметров. Значит, снаряжал все то же самое. Порох Ирбис, толстая прокладка, разрезанный войлочный пыш, картонная прокладка. Но дробь я вставил столбиками. То есть взял толстый стержень от авторучки, обычную, вот такую вот бумагу тетрадную, нарезал полоски, намотал на стержень
То есть сделал такие вот трубочки. В каждую трубочку по 6 дробин. 6 5 это 30. Вот она, мой заряд. И вставил их в патрон, в гильзу. Пересыпал крахмалом. Ну вот, это дало наиболее лучший результат. Но все равно этим результатом я недоволен. Буду и пробовать еще. Добьюсь, хочу добиться кучности хотя бы процентов 70. Ну что, друзья, этот отстрел, обзор вы делали сибирским пилигримом. Удачи, до новых встреч!